have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки и... Привет-привет! Да, привет-привет! Мы с вами в Horrific Housing. Что-то мы подумали, что давненько сюда не заходили, а здесь интересно. Кстати, пятый уровень. Только сейчас заметил, что у меня пятый уровень. Итак, мы выбрали город. Теперь со мной ходит призрачный дракон. А? А теперь со мной призрачный дракон. Блин, я забыл, как забираться на дом правильно. Привет! Привет. Здрасте. Ты что, высморкался драконом случайно? Нет. Да запрыгни, пожалуйста. Ночь! Смотри, ночь. Ночь. Ой, Дила, что тут так темно? Пошли к тебе. Пойдем. Пойдем. У тебя печеньки. Что у тебя делает снег? Может, пойдем ко мне? Меня снег устраивает. Меня не устраивает то, что у тебя в доме снег. Почему? Я пойду к себе домой. У меня есть фасоль, куча фасоли, у меня все классно. Что с твоим домом? Не знаю, он крутится, но мне хорошо. Это не фасоль, это бобы. Ну ладно, бобы. Что? Успокой свою дверь, пожалуйста. Может, пойдем к тебе? Что-то мне не нравится, что с моей дверью происходит. Кто-то вызвал... Вызовите экзорциста. Пошли лучше в магазин бобов. Тут есть магаз? Да. Вот, у нас есть бесконечный запас бобов на всю жизнь. Прикольно. О, заяц. Заяц, волк. Тан-тан, 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 тан-тан. Оу, дверь закрывается. О, Пикл Морти, привет, чувак. Я могу телепортировать твой блок Сиколу ко мне, хочешь? Чего-чего ты можешь? Я могу телепортировать твой блок Сиколу ко мне. Нет, мне моя блок Сикола нравится. Их просто теперь стало две? Да. На самом деле это поделка. Это просто обычная летучая блоксикола. А у меня кола на паучьих лапках. Робота паучьи лапки. Че это было? Арбуз? О, здрасте. Это похоже, как будто твоя голова летает отдельно от тебя. Блин, знаешь, когда приходишь такой в школу, а голову ты не забыл? Я посижу в магазине, мне тут неплохо. Так, время для удивительных страшных историй. Ох, что происходит? Что, блин? Что тут делает My Little Pony? Скажи мне, что тут делает череп? Это тоже, кстати, похоже на твою летающую голову. А как же ты? Ты куда делся? А, где я? Я ничего не вижу, это слишком темно. А, у меня есть гравитация. Что вообще происходит? Почему на улице наступила ночь, и она не прекращается? Я не знаю, мне не нравится это. Тут Бэйби Йода? Бэйби Йода? Что тут делает Бэйби Йода? Я не знаю, что тут делает. О, это мой домик. Я не знаю, где я заблудился. Я на какой-то высокой башне. Все, я у себя в доме ем печеньки, не трогайте меня. У меня снег, мне хорошо. Фух, я почти упал. Еще чуть-чуть, и я бы упал. Так, я вижу свой дом. А почему звук саранчи? Где ты? Я у себя дома. Можешь меня узнать по этому, по ведьминому котлу. Я не знаю, где у тебя дом. Ведьмин котел. Я возле твоего дома сейчас. А, возле моего дома? Куда делся магазин нафиг? Фу. Так, я возле моего дома. Я чуть не провалился в эту мелкую дырку, потому что я мелкий. О, смотри, это читосы гуляют. Читосы? В смысле читаки, так, вот или в смысле вот чипсы? Вот. Я вижу. Боинг.
Понимаешь, мелкий дракончик у нас как фонарик. Да, хоть если так. Если смотреть через него, то можно увидеть все. Видишь, волшебное свет. Почему мне сейчас вспомнился мимас про то, как использовали первый прибор о. ночного видения в Первую мировую войну, когда, знаешь, коту в задницу смотришь? Ой-не-не-не, там пустота, там туда не надо. Блин, что-то трясется, погоди! А, наш домик сотрясается. Нет! Я упасть. А я выжить. Что произошло? Что это было? О, а тут день. А у тебя батут. Где батут? У тебя в доме батут. Блин, мне сейчас не нравится. Что происходит? Почему я прыгаю? А-а-а, потоп. Где я? У тебя ночь до сих пор? Да, у меня до сих пор ночь. Офигеть, как ты классный. Я не знаю, где я. Я почему-то очень высоко. Я вообще не вижу, что происходит, там слишком светло и бело все. Там есть такой глазик, нажми на него, и ты можешь следить за мной. Да, мне, кстати, я забыл про глаз. Где я? Так, Бэйби Йода. Кто где? Ты кто вообще-то? Что я за... лучший крик. Просто прилетели вперед. Вот и летел. Почему из всех мест я упал именно в лаву? И я ты упал вверх, я вообще посмотрел, ты упал вверх. А я упал в лаву. Твой дом продолжает крутиться, кстати. Зато у меня есть НЛО, и еще у меня есть грабик. Так, Йода улетел. И машинка, лимончик. Нет, Йода не... А кого фига Йода летает? Я не знаю. Чувак, ты что, читер, что ли? Нет, он не читер, он просто умеет. У него гравитация. Это у всех гравитация. Поэтому ты излетел так высоко. И я тоже летел так высоко. Слушай. Чувак, ты не хочешь поесть мою машинку? Съесть. У меня очень вкусная машинка. Лимоны. Я бы попил чаю с этой машинки. А, ну погоди. Если сделать... Ты и так уже вон вафлю жрёшь, как она к тебе в шлем поместилась. То у нас, смотри, вот какой чай получился. Как тебе? Классный, да? Попил бы такой, да? Да уж, ваш пес супер. А пиксельная уточка самая лучшая, еще лучше. Так, что, кислотный дождь, что ли? Да, кислотный дождь. Аллилуйя, дождь из кислоты. Эй! Все равно за эти видосы по Horrific Housing всегда прилетают авторские права, так почему бы не спеть самому, да? Так? Он с Halo ходит, и у него еще такие глазки тряс... Ох ты ж, ёперес, это... Вот эта наркомания пошла. А сколько у тебя монет? Да, кстати, насчет монет. Ты можешь нажать на Customize? Customize, Customize, блин. И в магазинчик? А, магазин. 353. Ну, ты можешь накопить еще 50 монет, ты сможешь купить особый цвет для своего домика. Да, за 300, за 350, за 400 цвет покупается, да? House chest. Да. Домашний сундук. И если ты купишь его, то у тебя, наверное, сможет попасться краска стеклянного дома. Так, пингвин. Колбаса. Чё с пингвином? Чё он так? Я хочу тоже понаблюдать. Чё ты меня спрашиваешь? Ты посмотри на мистер Йода. Да-да-да, он стал орком. У него какого-то фига нимб. Насчет нимба я удивлялся еще до этого. Сейчас я уже просто перестал удивляться из-за того, что здесь происходит. Так, пингвин. Что с его лицом? Посмотри на пингвина. Да, у него плохое лицо. Нет, у него лицо на лице сверху. Их двое. Их двое, и какого-то фига тут делает еще какая-то третья девчуля. Что она тут делает? Она как туда попала? Так. Да, у нас, короче, три.
Два человека на карте. Нет, четыре человека почему-то на того не листается. А если сделать? Наверное. А, нет, не могу. Блин, прикинь, весь магазин превратился в водяной лабиринт. Ну вот это... Это подстава, Карл. Кстати, убийца появился. О, у него снайперка. Давай, мочи пингвина. А у него и револьвер, и снайперка. Ой, блин. Давай, 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 чувак, этот раунд пора заканчивать. Убей всех. Смотри, какая тут получалка есть. Выйти отсюда? Да. Где, чё? Да, я видел эту штуку. Нажми на эту штуку. Угу. Столько всяких плюшек. Неоновый, да, 300 баксов. А чё тогда? Вот, понимаешь? Они офигели или... Так, хорошо. Начинается раунд. О, а со мной же НЛО не летало в прошлый раз. Почему оно сейчас появилось? Не знаю, наверное, потому что... Потому что гладиолус? Я заметил. Да-да-да, я тебя сейчас побибикаю. Да! Стат. Хорошо. Блин, вот сейчас это будет жестко. Сейчас смотри. Будет жестко. Просто не двигайся. Да. Понял? Не двигайся. Как, вот смотри, какие-то дебилы прыгают, например. Любой ивент, типа пол-лава, вон пол-лава, все, чувак сгорел. Почему не сгорел? Потому что если стоять на лаве, а не ходить по ней, то все будет нормально. Стоп. Серьезно? У него ноги расплавились, и он летает теперь. Оборотень будет атаковать. О! Прикоснись к любому игроку с низким здоровьем, чтобы убить его. А, это ты, оборотень? Можешь ты меня не трогать, пожалуйста? А как я до тебя дотянусь, по-твоему? Ну ты можешь... Плюну в тебя, что ли? Ой, не надо, не надо, нет. О, блин, так ей и надо. Нефиг читерить. Напрыгай. Блин, вот это не драк стрелять. Ой, нет, стреляй лучше в это ГЧБФДЗВ. У меня еще бесконечные патроны? Да. Этот раунд будет очень быстрым, если меня не убьет ничего. Меня что-то убивает! Стреляй в девочку в короне! Стреляй в девочку! Чего вы тут в короне? Блин! Ты у меня отнимаешь хп, ты знаешь? Я? Да. Дождь у нас всех убил! Дурацкий дождь! Ой, ничего себе, у меня 74 победы. Блин, а почему я остался до сих пор здесь, если раунд закончен? Я же не выиграл? Нет. Стоп. Это баг. Да, это баг. Поздравляю тебя с багом. А, давай линию. Вот, мэл 1 хп. Блин, жаль, что нас всех заморозило. Я бы всех перестрелял и победил. Это была бы эпическая победа. Ты меня тоже перестрелял. Это да. Прямо нечестно. Там должны были дать лимит. Ну, когда-то же мне должно было повезти. Что это там такое происходит? Там какое-то лобби страшное, не классное. Почему классику выкинули? Блин, меня выкинуло в лобби, серьезно? Или меня все-таки загрузит? Меня все-таки загрузит. Пошли ко мне, что, мне классно. Что с моим экраном? С ним все плохо. А у тебя так же? Нет, это у тебя все плохо. Нет, ну имена-то я вижу нормальные. У тебя дом крутится. Блин. Блин, у тебя хил еще есть. Что со мной происходит? Я не знаю, с тобой происходит что-то непонятное и неплохое. Фигня, например? Стоп, погоди. Ну, все, нет, понимаешь, это не бать с моим экраном, потому что... Я понял. О, я вервулф, короче, я этот, оборотень. Почему ты оборотень?
Слушай, прям перед своим домом есть домик, где дофигища всяких грибов и каких-то там... Я не вижу нифига! Я еще заморозился, еще и кислотный дождь. Я короче... предполагаю, то, что эта девочка, у которой грибы растут, она тебя накормила грибами, и все стало плохо, понимаешь? Ребята, никогда не ешьте грибы. Уела, блядь! Как со снайпой? Меня хочет... Блин. О, у меня ж хилка на острове есть, точно. Но я горю. Но у меня хилка! Блин, я скилбили. Понимаешь, если бы не кислотный дождь, ты бы был бессмертен. Если бы я не знаю, что случилось с моим экраном, то есть нет, с экраном-то явно было все нормально, надписи были четкие, читаемые, я не знаю, что со мной было. Тут чувак всех из ружья расфигаривает. Знаешь, этот чувак мне нравится. Ой, блин. Он стреляет в меня, да? Он стреляет в меня. Сейчас, я пойду. О, он летает, он ко мне, да? Это знаешь, когда такой бежит таракан, ты такой смотришь, и таракан начинает лететь, и ты такой... Ой, он хочет меня стрелять. Да. Стоп, пока сейчас обоём. Стоп, как он меня стреляет? Нет, там есть еще одна девочка. Что с этими звуками? Ой, мои уши. О, мои глаза. Что происходит? Тан-та-та-та-та-тан-тан. А почему у нее щит? Я не знаю, стоп. Воу-воу-воу! Чувака выкинуло в какую-то вселенную в это. Давай, сварись тут! Я могу красить кубик. О, я на тебя смотрю. Мне территория больше стала. Стоп, а где ты? А, он на другом домике. Он в другом измерении, да. А, он вернулся. Блин. Ну, жалко. Виногрёк. Блин. Я могу отмотать. Главное, не прыгай! Главное, не прыгай! А я не буду прыгать. А зачем мне прыгать? Блин, почему у девочки щит есть? Это читерство, да, я согласен. Training. Вообще, я могу отмотать время вспять. Тренирую своего человека ходить на поводке. Блин, это прикольно, это красиво. Я хочу накопить на сундучок с внутренними декорациями. О, ты пингвин. О, я смотрю, человек, я пингвин, но у меня есть машина времени. Что так, а будет? Та девочка сварилась, типа, да? О-о-о, панк. О, ее нету? Мы вдвоем? Ну, мне кажется, что да. Ну, прилично. Вот это у тебя лицо. О, теперь у меня... Кстати, ой-ой-ой. О-о-о-о-о. Ну, не знаю, суперчеловек мне норм. Да, не достанешь. Не. А у него джетпак есть. Ну и что? А он тут работает, не работает? Или он только в параллельном измерении работает? Ну, как бы он потратил на все свои штуки на те бессмысленные звуки. А я тебя понял. Мой дом пропал. Блин. Ой. Гвинпин. Ах, вообще я бессмертный. О, он вышел. А, нет. Знаешь, как будто ты сам видишь свое собственное лицо, такой наверх смотришь. Я не вижу свое собственное лицо. Он тебя... О, у вас лайфлинк появился. Если он умрет, то я, по сути, должен выжить. Если я умру... Стоп, что будет, если я умру? Не будет победителя в этом раунде? Ой, блин, ну мне все равно не хочется умирать. Пусть он лучше умрет, пусть он... Умайва! Ну не. Что у меня за фигня? Что это такое? Что у меня огнетушитель делает? Наверное, чтобы ты мог кого-то в лицо ударить этим огнетушителем. О, это бомба. Бак что-то вниз такой улетел. О, это бомба. Я только сейчас... Ты ничего, что у вас лайфлинг, ты его убиваешь.
Ну пофигу, 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 как ты? Он все равно убегает, потому что он тупой. Да, ты выиграл. Он сдох, и ты все равно выиграл. Ой, блин, это страшно. Ладно, ребят, спасибо, что были сегодня с нами. Это безумие продолжается. Пусть тут ребята голосуют, мы уж дальше не пойдем. Это было прикольно. А мы с вами увидимся в следующих сериях в бесконечных мирах Роблокса. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. И всем покеда. Всем покеда.